В прямом эфире новости 24. Мы продолжаем выпуск. На помощь беженцам из Украины отправились красноярские медики, бригада экстренного реагирования Сибирского клинического центра ФМБА России выехала в Ростовскую область. Вместе с врачами на поезде туда отправились и другие специалисты. Своим ходом поедут три машины мобильного госпиталя с необходимым оборудованием и медикаментами. В Ростовской области бригада пробудет месяц. Врачи будут следить за здоровьем детей, оказывать экстренную помощь и предупреждать развитие инфекционных заболеваний.